Я снимаю. Да, портал Media Hunters. Вокалист Гурта Васильева, представься. Меня зовут Александр. Чуть сюда? Да. Чуть сюда, свет пришел. Меня зовут Саша, я вокалист группы Asylum. Поделись вражным про концерт. Вообще все супер было, отлично народ поддержал, вот. Но единственное, что со временем немножко так вот получилось жалость и не успели всю программу отыграть, вот, единственное обидно. А так, в принципе, все супер. Окей. Стандартное понимание, чего самое? Asylum, Asylum, вот. Так как бы там, ну, два перевода вообще есть, но мы избрали один, это вот как бы бомбоубежище. Это как бы наша группа, это вот 5 человек, они одно целое, и это убежище для людей, которые потеряли свой путь, возможно, в жизни, возможно, его только ищут. И вот как бы мы своей музыкой пытаемся помочь людям найти свой путь в жизни. У вас уже записаны макси-синглы, так? Скажи мне ваши наибольшие планы. Можливо, альбом, EP, клип, тур? В данный момент мы пишем сингл, точнее, наверное, даже макси-сингл еще один. Но по поводу альбома, я думаю, пока рановато еще говорить. А можешь каким-нибудь секретом успеху, чи еще чем-нибудь поделиться с слухачем, начинающим музыкантом, из парады, можешь дать? Да, на самом деле, ребята, главное просто делать то, что вам хочется. Не надо гнаться за модой, не надо делать то, что там, в данный момент мейнстрим. Просто делайте то, что вам нравится, и это в любом случае найдет свой успех. Ну, я не знаю, что тебе добавить, просто обожаю чувакам успеху. Давайте, как все развивайтесь, записывайтесь, просто будьте крутыми, будьте собою. Спасибо большое. Ты догадаться не можешь, если моя территория так нравится, ми... підсумуй сьогоднішній концерт. Ну, можу сказати, що концерт був для крутий, можливо, не дуже крутий. Людей було достатньо, я навіть здивувався, що їх було стільки багато. Суші хвилі не запоминають. Встаючи, ну і що говорити? Побажаю успіхів. Ну, я всім бажаю, блін, насправді я всім бажаю успіху, я просто не знаю, що додати. Мене порадувало те, що було стільки людей, мене порадувало те, що реально крута атмосфера, круті гурти, є перспектива, і просто хай всі розвиваються. Всім любові, кохання, добра і музики, якісної музики в Україні, просто щастимо життя.